Михаил, добрый день. Бампер пришел. Расскажу минусы и плюсы бампера. Значит, бампер по размерам четкий, совпадает все. По зазорам тоже совпадает. По настройкам, по креплениям все офигенно. Минусы, значит, какие? Плохие болты. Резьба срывается от небольшой нагрузки. Пришлось бегать по боксу и искать болты вчера. Гаек немножко не хватает. Могли бы положить запасом штук 6. Ну, 4 как минимум. Что еще? Да вроде все в целом. В целом вроде все. В общем, бампер всем понравился. Ребята спрашивали, где у кого заказывал. Так что, скорее всего, у вас будут скоро еще дополнительно заказы. Все, спасибо за сотрудничество. Очень рад нашему знакомству.